грибочков рыжиков полтавских, которые свиноухи все-таки. Вот они молоденькие и аж бархатные. Полтавские леса Нина Шкарубская сходила вдоль и поперек. Собирает здесь грибы женщина уже 45 лет. Говорит, в этом году урожай богатый. В этом году это вообще что-то невероятное. Грибы появились, наверное, сразу после 9 мая. Вот. Я такого за всю свою жизнь не помню. Отыскать грибное или ягодное место – самая сложная задача. Однако теперь есть подсказки. Начиная с мая, проводники электропоездов расспрашивали пассажиров о том, чем богаты леса в разных районах. В итоге была составлена карта. В ней указаны 4 грибных направления. Есть в брошюре и памятка для новичков. Как отличить съедобное от ядовитого, что сделать до приезда врача, если все же ложный опенок или масленок попал не только в корзину, но и на сковородку. Подскажет путеводитель и как не опоздать на последнюю электричку. Здесь указано расписание поездов. Я собралась ехать в этом направлении на Исилькуль, потому что здесь прям совсем и грибов, и ягод много. Грибы любим. Будем жарить с картошечкой, супчик кушать. Очень удобно. Спасибо, потому что можно сориентироваться хорошо. Да, люди, давайте за грибами. Здорово. Особенно много грибов и ягод, согласно наблюдениям, сейчас в районе Марьяновки, Кормиловки и станции Любинская. Пополнить запасы земляники, костяники, черники можно по пути в Называевск, Калачинск, Иртышское и Москаленки. В карте указаны конкретные названия остановок, где следует выйти. Путеводитель вплоть до поздней осени будет обновляться. Наблюдения показывают, грибные опушки за сезон могут несколько раз смениться. Карта будет меняться, то есть у нас где-то к сентябрю, да, то есть в конце августа, мы выпустим еще карту, потому что немного места от летних и осенних грибов отличаются, да, и, соответственно, то есть там появятся новые места грибные. Путеводители говорят, разработчики хватит на всех. Карту грибника выпустили тиражом в несколько тысяч экземпляров. Ознакомиться с брошюрой можно и на сайте компании. В планах у разработчиков выпустить еще одну карту. В сентябре выйдет специальный календарь для дачников, где можно будет найти оригинальные рецепты солений. Дарья Шадрина, Дмитрий Храмцов, 12 канал.